По прогнозам синоптиков, сегодня в 6 часов утра температура воздуха в центральных районах составила 32-36 градусов со знаком ниже нуля. Заречье было от минус 41 до минус 46. В южных столбик термометра опустился от минус 31 до минус 32. Вилюйская группа 21-34 градуса со знаком минус. Средняя температура в нижнеленских улусах составила минус 32 градуса мороза. В западных было холоднее от минус 29 до минус 38. Колыма-Индигирская группа 27-45 градусов мороза. В Янских районах температура колебалась от минус 33 до минус 44. Северо-западные минус 22. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 3,4 градуса. Атмосферное давление 765 миллиметров ртутного столба. Ветер юго-восточный от 2 до 5 метров в секунду. Днем же в столице ожидается от минус 32 до минус 34 и небольшой снег.